Всем привет, ребят, с вами Мистер Банка, и сегодня я записываю свой первый видосик по игре Танки Онлайн. На этом канале это будет первое видео. Понравится, не понравится. Сегодня 24 число, а это значит, что у нас в игре скидочки. Немного затаримся. Посмотрим, что из этого выйдет. Завтра у нас скидочка на МПК. Видосик тоже залью. Посмотрите, оцените. Если понравится, ставьте лайки. Так, что я хотел прикупить? Этот модуль. Урсо ТЕ. Ну, чисто модули под медиум какой-нибудь. Особо так. Ни в чем не нуждаюсь. Этот модуль. Почему записываю видосик? Ну, хотелось бы попробовать что-то новое. Времени сейчас особо много нету этим всем заниматься. Ну а так, вообще много идей есть по поводу всяких разных рубрик и тому подобного. Если времени станет больше, попробую что-нибудь записать для вас, а не только стримы. Так, приобретем этот модуль. Думаю, что на этих скидках солью все свои кристаллы, которые накопил за долгое время. А может и не все. Завтра будет видно, как прокачки пойдут. Так, этот. Небольшое видео запишу сегодня. Чисто прокачки. Ничего такого. Меня попросили. Я не могу отказывать. Для меня не сложно. Для вас приятно, надеюсь. Так. Что бы я еще хотел приобрести? Это мне не надо, это мне не надо. Так, 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 так. Что-то еще я хотел. Эти все мне не нужны. Модулей уже осталось не так много, которые можно было бы купить. По большей части много очень бесполезных. Вот этот я еще хотел. И все вроде как. Завтра мы их прокачаем. Насколько прокачаем, не знаю, будет видно. Так. Скидочки у нас сегодня на все 50%. Если честно, я был немного удивлен, когда увидел, что за один день скидки в игре на все 50%, кроме МПК, МПК завтра. Для меня это было немного так шоком, можно сказать. Неожиданностью. Редко такое делают. Ну, кроме там новогодних праздников. Тут на 23-е неплохие скидочки. Так. Ну и, конечно, нарки. Это уже смешно. Нарки вообще нету. Надо затариться, пока есть кристаллы. Так. Так. Ну и все, в принципе. Что бы мне еще надо было? Нарко есть, это есть. Все, в принципе. Слил 2 миллиона в сумме на нарку и на модули. Модули купил сколько штук? 5, походу. Завтра мы их прокачаем. Что-то прокачаем, что-то просто поставим на прокачку. Будет видно. Все, короткий видосик. Если вам понравился, ставьте лайк. Если не подписаны, подписывайтесь, следите за нашими стримами. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все, всем спасибо, всем пока.